Кулинарная минутка от Юры Эйсмана. Когда вы пришли с работы и вам некогда готовить салат и нету сил не то что его готовить, а даже жевать, тогда вам поможет блендер. Достаточно просто опустить туда все ингредиенты, которые вы обычно используете для приготовления салата. Зелень, огурец, помидор, соль, уксус, масло, горошек, горошек обязательно. Вот так вот. Всыпаем все, все в блендер. Таким вот образом ставим это все дело в блендер и запускаем процесс перемалывания. Так, давай. Давай, 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 давай. Пошло. Пошел салатик. Лучок пошел. Давай, крути. Крути. Давай. Ну, огурец, давай огурец, огурец пошел, помидор пошел, давай. Ну. Процесс идет. Давай. Ну. Давай. Что-то горелым звонил. Ничего. Ой! Вообще, я, похоже, спалил свой блендер, зато приготовил офигительный салат. Сейчас мы его попробуем. Давай. Огурец. Ясно. Вот такой вот жиденький салатик получился. Мне кажется, оно того стоит. Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Москва, по ком звонят твои колокола? Москва, по чем звонят твои колокола? Бом, 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 бом. Бом, 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 бом.